Какая красота. Такая кафешка, все сидят на улице, очень тепло. Продают цветы. И здесь сразу, так, напротив, тот самый Bishop's Palace, в который мы сейчас и отправляемся. И вот с такого балкончика можно увидеть внутренний дворик дворца. И, конечно, открывается потрясающий вид. Ну, естественно, можно и не сомневаться, да, в этом. И тоже очень большая территория, которая огорожена по периметру защитной стеной, которая использовалась в Средневековье для того, чтобы обороняться от нападений. Я думаю, летом здесь особенно красиво, но даже сейчас, в такое межсезонье, да, когда только начинают цвести деревья, только начинают распускаться первые цветы, конечно, здесь очень интересно и красиво. Вообще, мне кажется, что в такие места нужно делать отдельные выезды на фотосессии и на какие-то съемки, потому что, ну, хотелось заснять действительно очень много, буквально на каждом шагу попадалось что-то интересное. И очень много людей, да, приезжают посмотреть на такие исторические красивые места. И, конечно, если у вас будет возможность, обязательно попробуйте поехать в город Уэльс, и я думаю, что вам обязательно понравится. Сейчас перед вами очень интересные исторические английские часы. И считается, что это второй самый старый механизм, часовой механизм Британии и, возможно, в мире в том числе, так как он сохранился в своем оригинальном виде. Представляете, какая историческая ценность. И были сделаны они в 1390 году, и по сей день они продолжают функционировать. А сейчас мы пришли на улицу 14 века, которая называется Vicar's Close. И находится она очень рядом с тем палосом, где мы сейчас были. Здесь реально живут люди. Это место было построено 650 лет приблизительно назад. Итак, в этом уникальном месте жили изначально священники, которые участвовали в церковном хоре. И вот по сей день англичане продолжают жить в этом месте. Удивительно сохранилось и действительно одно из очень красивых мест. Поэтому отметьте для себя город под названием Уэльс, как сейчас он и написан. Мы сейчас находимся здесь. Мы были в Bishop's Palace, мы были в Wells Cathedral, и мы были на улице Vicar's Close. Вот в такое место мы решили сходить на ланч. И здесь как раз все палосы, входы и дворцы, которые мы сегодня смотрели. То есть это прямо находится здесь, на территории. Здесь есть пицца, паста, всякие лайт, сайдс и так далее. Это моя пицца. А пицца у меня с салями. Очень мне она нравится. Мы же начали есть, а у мужа вот такая вот закрытая пицца. В общем, гуляли полдня, наверное, как минимум. И нам все очень понравилось. 100% советую посмотреть этот город. Находится это не на территории Уэльса, графства, а находится это где-то Мидлендс внизу, да, я бы так уточнила. Но я обязательно оставлю, покажу картинку, как это выглядит на карте. И до новых встреч. Всем пока-пока.